Всем привет! Короткое видео про правку ножей. Конкретно микрофаска, которая присутствует здесь. Вот нож с двойным углом заточки, основной и микрофаска. Приспособление простое, брусок с пазом отпелый. 6 дырок, в которые закручены 5 дырок, вернее, да, 5 саморезов. У кого-то саморезы могут, у меня вот болты закрутил, обычные болтики. Два вот этих нужны для выставления по высоте ножа. Регулировка высоты нужна для как раз угла наклона вот этой микрофаски. И три зажимные. Вот делается это так, вставляется. Зажимается. Далее одной рукой я, как всегда, снимаю. Далее берется штангенциркуль. У меня цифровой, им удобнее. И замеряется, значит, вот этот размер. Я делаю, регулирую этими винтами, чтобы он был одинаков по штангелю. Вот. Ну, дальше все еще проще. Дальше ставится на наждачку, на стекло, кому как удобнее, можно на станке, на ровном. Вот, и снимается эта микрофаска движениями. Ну и можно с обратной стороны немного тоже вот подправить. А, ну еще и маркером здесь вот краешек немножко отметил, прочертил маркером черным, чтобы было видно, где пошла наждачка, где там яма, где что. Все, пока.